Здравствуйте, вы на канале Можжевеловый сад. Я говорила, что в этом году можжевельники больше садить не буду, но не сумела удержаться. Очень хорошие были скидки в интернет-магазине «Дивный сад». Это не реклама, я просто покажу, что я заказала, какого качества. Это питомник, и у него, у этого питомника есть еще и интернет-магазин. Питомник называется «Дивный сад». Я уже там заказывала посылочку с можжевельниками. Ссылку на видео я оставлю, можете посмотреть, как выглядела та посылочка. И сегодня будем смотреть мою новую посылку. Цены были очень хорошие, можно сказать, даже два можжевельника по цене одного. И я, конечно же, заказала те сорта, которых у меня еще нет. Ну что, будем распаковывать. Упакованы хорошо. И сейчас посмотрим, что по самим растениям. Все можжевельники будут в горшочках C23. Вот первый можжевельник, называется можжевельник Саржента. Вот так вот он выглядит. Хороший, красивый саженец. Следующий можжевельник виргинский, три партита. Можжевельник виргинский, три партита. Красивый саженец. Интересная такая, у него меленькая хвоя, мягкий. Очень удобно подписаны вот здесь вот можжевельники, потому что на горшочках обычно портится от упаковки название. Можжевельник обыкновенный минима. Как и все горизонтальные обыкновенные можжевельники, очень похож по хвое на другие можжевельники обыкновенные. Можжевельник обыкновенный минима. Можжевельник лежачий Кишиогима. Вот такой вот красивый. Все саженцы очень красивые, большие. Кишиогима. Вот этот желтенький какой-то, видно уже, что он желтый. Можжевельник средний Golden Joy. Можжевельник средний Golden Joy. Видно, что он желтенький. Есть и мягкая хвоя, и колючая. И такого красивого цвета. Весной он будет явно поярче. Сейчас все желтые можжевельники немножко тусклые. В той коробке поместилось 5 можжевельника, так как у них большие горшки, больше не вместилось. Ух ты, большой какой! Ух ты, какой большой! Кто это? А это почему-то без названия. Где название? Большой, без названия. Ладно, сейчас мы его пока отставим в сторонку и потом посмотрим, кто это. А, возможно, вот
Возможно, вот это его было. Возможно. Можжевельник Комайне. Тут не написано, к каким он относится. Потом расскажу. Я еще не все можжевельники нашла в каталоге, кто к чему относится. Вот еще тоже огромный. Ух ты. Ух ты, какой он огромный. Смотрите, какой он большой. Это уже два можжевельника в горшочках C3. Тоже большие горшки C3. И вот такой он уже большой. И что это у нас за можжевельник? Даже он приехал к нам, жучок. Даже жучок нам приехал в посылке живой. Так, это у нас можжевельник Альпина горизонтальный. Горизонтальная Альпина. Ну, это уже вообще огромный можжевельник. Красивый. Смотрите, какой он огромный уже Альпина. Тоже красивая хвоя. И я уже вижу, что он поменял свой цвет к зиме. Видите, уже появился такой розоватый оттенок. Это он уже изменил свой цвет к зиме. Зимой он будет вот такой вот красивый, рыжеватый, розоватый. А летом, наверное, вот такой. Ну что ж, посылкой я опять очень довольна. Можжевельники все красивые, все уже большие. По цене они очень дешевые. Буду с удовольствием заказывать еще.